30 лет на плечи, хватит уже. Да, я знаю. Давай, давай, выше подниману. Вот так. Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу, Господь царь. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Легко удалось? Да, я, да. Легко? Ты по-немецки говоришь? Да? Я русский по-немецки, но у него шрайм все ушло. Это, чтобы уметь читать, писать, это он все потерял. Да. Хорошо. Смотрите, друзья, если Бог сейчас исцелил глаза, уши и твое тело, Он начинает работать внутри тебя. Schaut, Leute, Gott hat gerade Augen, Ohren, halt, Gott fängt es an, bei dir auch das. Dreh ich meine um. Сейчас Бог начинает творить новый мозг. Gott, übe sie mein neues Gehirn. Alles, das ist beschädigt wurde. Это называется нейрогенез. Генетическое появление. Генетisches kommen. Да, Nerven, ja. Новый мозг. Neues Gehirn. И сейчас клетки начинают, сейчас тут голова горит. Sein Kopf brennt jetzt. Сейчас тепло идет в голове. Er geht wärmer aus. Ты чувствуешь это? Merkst du das? Да, сейчас тепло в голове. Сейчас Бог начинает творить новый мозг. Gott beginnt jetzt neues Gehirn zu schaffen. И он начнет быстро начинать опять втягиваться, говорить, питать, как и было. Er wird jetzt schnell wieder hineingezogen, schreibt, lesen. Gott tut das jetzt. Yes, Jesus. Какой спасибо, благодарю тебя. Аллилуйя. Слава Богу. Иисус, спасибо. Господь, ты наш Царь, ты наш Бог. Ты Творец судьбы, спасибо. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за новый мозг. Сейчас функция речи быстро восстанавливается, ускорена. По законам Духа жизни во Христе. Ускорена. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Благодарю тебя. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Огонь по всему телу. Прямо сейчас. Мышцы начинают оживать. Кости начинают оживать. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Благодарю тебя. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Благодарю тебя. Он поднимал болью. Да. Больно. Чуть-чуть не болит? Он не мог так вообще поднимать. Смотрите, друзья. Да, сейчас идет процесс исцеления. Он сейчас движет. Господь, спасибо. Вот так, друзья, происходит исцеление после инсульта. После тяжелых травм. Я видел, друзья, много очень исцелений, как Бог поднимает. Да, были очень удивительные чудеса. И так. Однажды, друзья, я вам скажу, когда ты начнешь быть активным, ты начнешь видеть приключения в своей жизни.